Итак, как всегда, 15 минут, мне не дали снять видео. Так, ну вот, короче, также продолжаем собирать эти ребра. Ну, например, вот этот вот должен пойти вот сюда. Вот сюда, вот этот сюда. Вот этот вот, в свою очередь, идет сюда. А вот этот вот идет сюда. То есть, как в кубоидах, знаете, вот это. Прогоняем обратную эту формулу. Опять-таки. То есть, знание, как собрать кубоид, помогло мне собрать кубик тут по слоям. Вот. 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 Ну и, например, вот, скажем, например, вот, вот это очень хорошо разобрано. Значит, мы, например, вот, например, вот, собирать будем его. Так, вот этот вот идет сюда, вот этот вот идет вот сюда. Тут собрано, поздравляем. Вот этот сюда, вот этот вот. А, вот этот не стоит на своем месте, на самом деле. То есть мы заменим вот этот сюда, на этот сюда, на этот идет сюда. То есть опять такая же формула. Что, неправильно что-то сделал? Нет, все правильно, да. Вот. И остались два ребра, которые надо поменять. На самом деле, хочу вам сказать, это связано из-за того, что мы вот эти центральные детали, когда мы их собираем, мы же не смотрим на эти, на цвета, да? Мы же ведь, вот, они же все одноцветные, да? То есть, однако, почему мы вдруг должны решить, потому что кубиком это будет пофигу, грубо говоря. Ему это далеко не пофигу. Там, правда, все компенсируется, все уравновешивается. Однако иногда бывает, как бы, нечетная ситуация, когда не уравновешивается все это дело. То есть, если эти два повернуты, поменены, то эти два тоже меняются. Однако, иногда бывает такое, что когда эти два поменены, и все. И все. И ничего этого не сделано. То есть, это как бы связано с тем, что вот эти как бы две полосочки, грубо говоря, но надо поменять. И в общем-то, во-первых, нам надо вот эти два ребра поставить так, чтобы вот это ребро стояло вот так вот. При этом, в такой вот ориентации, что вот эти два нам надо поменять. И, в принципе, можно, конечно, менять полосочки, можно прогнать формулу. Формулу, те, кто умеет собирать сначала центральные, потом реберные, знают. Это вот эта формула, которая меняет эти два. Ну, я, например, вот такую формулу использую. Это на дважды, это сюда, это на дважды. Теперь этот, вот сюда. Да. И теперь мы должны вот этот верхний слой собрать, как в кубике, в обычном кубике Рубика. Ну, кто как его собирает, я, значит, ускорю этот процесс. То есть, этот процесс ускорю, естественно. Я его, естественно, ускорю. Ускорю. Ну, вот еще последний раз. Вот. Эти два. Теперь мы должны, в данном случае, я ускорю этот процесс. Так, нет. Все. Ну, вот так вот это дело как бы и решается. То есть, всегда можно прийти, вот, когда собираете последние эти ребра, в такой вот ситуации, когда надо два поменять, потом уже гоняете. В принципе, так можно и все ребра так собрать, но также то, что когда-то переворачивается, там меняется что-то там. И... Не знаю. Вот. Ну, это как бы... Ну, как бы все. Это вот такой опыт мой, как собирается кубик 5×5×5. Вот. По слоям. Как все, как все очень медленно, гораздо быстрее было бы там, скажем, там эти там сначала стоять, центральные, потом реберные, потом кубик Рубика я вообще стал как-то так чудно собирать вот, такими, как бы ребрами стал собирать, а не сторонами. Мне что-то так нравится больше, но все, вот так вот он собирается, удачной сборки, все.